Ну, ты наверх посмотри, что там сейчас. Fucking shit! Ой-ой-ой! Идею всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Стаканчик, Васаби, Скромник, Енотка, пацанчики, девчонки, поздравайтесь. Всем привет. Сегодня мы взяли карту Лабиринт, Серега будет первый играть за монстров Хендерсона, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать в большом лабиринте. Погнали. Кто помнит, здесь на карте есть большие вышки, в которые можно залезть и троллить Сережку. Но не все знают подписчики, как в эти вышки добираться. Привет, Дима. Это не я. Это я! Слышь, а чё так быстро? Давай прекращай вот это вот ерундой заниматься. А чё ты так быстро ко мне пришел? Ты начал прыгать, да? Да. Да ну пожалуйста, дай. А я знаю, я что... Я тебе дам по щам. Ты мне не сможешь этого сделать, потому что я буду убегать. Ребята, начинается веселье. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, и я тогда смогу прожить на 10 минут дольше, чем обычно. Нет. Серега, я не туда побежал, ты меня запутал специально. Ну помогите, пожалуйста, за мной гонится Минстер. Никто тебе не поможет. Да помогут пацаны, пацаны. Никто тебе не поможет, тебе смерть придет. Ну пожалуй, о, я приближаюсь к вышкам, мне это нравится. Ты реально сзади меня это все время? Ты дурак что ли? Я боюсь тебя. Ну пожалуйста, Серега, ну не убивай меня, пожалуйста. А что я первый должен быть? Давай я буду третьим. Потому что ты попался мне на глаза. Да какие глаза? Моргни надолго. Ну пожалуйста, Серега. Ну не, пожалуйста. А я по лестнице лезу. Ля-ля-ля-ля-ля. Ребята, отойдите, пожалуйста. Пожалуйста, отойдите. Ты дурак, что ли? О, а я здесь. Да блин! А чё я не сразу падаю? Это очень странно. Серега, ты где? О, одного убил. Стаканчик, давай, теперь ты, Сережка, должен нас убить. Мне так нравится, что я выживаю долго. Привет. Твоюшка, лошматки! Что ты? А ты так мне ничего не сделаешь. Ты должен просто упасть, правильно. Молодец, Серега, моя школа. А я сейчас позову такого челика, который тебе ляпаса даст. Ляща пропишет, да? Да блин, это нечестный монстр Хендерсон, ну Серега, ну пожалуйста. Я так лежу, отдыхаю. Я тебе тупо по щам дал. Ну давай я еще повыживаю, хочу еще повыживать. Ты сильно мне... Это свинья Пеппа, она читерская. Тем более, ты же не залез, ты залетел туда. А надо... Способность такая. Да какая способность засунь ее себе в одно место? Ты способность. Я хочу и долго выживать. Так. Пробежим сейчас. Кстати, под этой картой есть лабиринт ночной. Может, какой-то хоррор запишем, где здесь будет Джейсон бегать в этом лабиринте. Кстати, хорошая идея. Так что, ребят, давайте 5000 лайков, и мы здесь запишем хоррор какой-то. Прям, знаете, жестко такой, прям интересный. Где будет куча убийц, и мы с Серегой вдвоем будем выживать здесь. Через правую сторону вообще, да, никак на вышке не подняться? Это ты задрал, это Ивали! Это кто вообще? Да ты, Серега? Кто? Я, это Стаканчик за мной бегает. Слышь ты! Монстрейха Хендерсена! Блин, мне так нравится, когда я убегаю по лабиринту и понимаю, что сейчас я умру, но я буду держаться до посинения. Отлично, отлично. Он еще прыгает, хочет прыжком опередить меня и замочить. Но я твои все мысли вижу наперед. Это так не работает. Слышь, ты сзади меня прям ветер делаешь лапами своими, когда машешь. Но я не сдаюсь. Димас не сдается. Он будет играть до посинения и до последнего. Слышишь, ты? Да блин, я вижу его руки, он не прям сзади. Помогите, пожалуйста. Серега, ты где? Я? Ищу тебя. А я бегу к вышкам. А хватит врать, тут чел за тобой бежит. Да ну пожалуйста, не говори правду. Вот уже минус еще один, не он ли он? Да вы задрали умираться. Да вы давайте тащите, как я.
Че вы сливаетесь так быстро? Так, я, получается, под землей бежал вообще не в ту сторону. Скачем. Скачем со всей силы. Да блин, это тупик. Ты чё? Чуть не убил меня. Аккуратно. Эй! Эй! Помогите! Они меня хотят... Да они меня окружать хотят. Серега, ну скажи им, чтобы они меня не убивали. Ну не говори, что ты меня убьешь. Ну блин! Нет! Да ну блин, это... Блин. Все, хорошо, я буду с вами теперь, пацаны. Ну чё? Заметь, ты выжил очень хорошо, Дим. Да, я думал, я буду еще хотя бы пару минут держаться и дольше. Вон, на вышке три какашки. А, нет, три какашки. Давайте, прыгаем, все на вышку идем. Ой, блин, классно паркур. Я теперь понял, почему меня сразу нашли. Получается, перепрыгиваешь такие прям, ну, много лабиринта, кусок прям. Смотрите, сколько можно пролететь. Чпоньк. Главное разогнаться. А если ты умеешь управлять в прыжке, это влево-право, то это вообще офигенно получается у тебя. Так, лезем на вышку. И давай я, Серега, их внизу буду ждать. Тоже внизу, вон два челика, челики уже лезут за ними. Так, я буду шкериться внизу их. Вот. А, блин, это наш. Это я. Давай, спрыгивай. О, летит, летит, летит. Да ну иди сюда, давайте все за ним, все за ним. Хана ему. Убийцы монстры Хендерсона выдвинулись, ты ж. А, ты думал, так быстро? Да. Ну чё, кто еще там? Ванёк еще. Минус енотка. Ванёк, 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 иди сюда. Ванёк, почему от тебя так воняет? Ну, Ванёк, я тебя сейчас ударю со всей силы. А как вы меня убили, если нажимаешь, и идет останавливание персонажа? Надо, знаешь, на смекалку. Слышь, ты смекалистый, иди сюда. Нет. А где он? В лабиринт бежал. Ах ты, крыса, мочите его. А там вообще в темноте ничего не видно. Темно. Прибор ночного видения. Да? Да. А, надо от первого лица только делать. Еще получается, он один остался живой, а все остальные умерли? Да, да. Вот это прикол. Чпоньк. Я в лабиринте никого ничего не вижу. И я никого ничего не вижу. О! Простокал. Ой, простоканал. Вижу, вижу. А, да, вижу его, прыгаю. Вот это прыжок веры. Вижу, вижу, у него скин сиреноголового, да? Нет, охранника. Нет, тут сиреноголовый еще бегает челик. Что, убил, убил. Мы тут бежим, мы бежим, бежим за своим кентухой, так он такой маленький, а ну иди сюда. Эх ты, блин, подсрачник тебе дать. Пацаны, давайте, вот окружаем его. Где вы? А вот мы этого челика пытаемся поймать. А где он? Так... Куда делся этот вонючий голубой? Не вижу, не вижу. Надо свысока, надо прыжок сделать. А, вон, вижу, сейчас его съем. Все? Не-не-не, он живой. Вижу, вижу его. Так, если он сейчас будет тут бежать, он вот здесь пробежит. Так, слышишь ты, я тебя хочу убить. На тебе. Надо наперед брать его. Наперед брать, мы же назад. Да ну, блин, промахнулась. Ай-яй-яй, красота. Че, пацаны, давайте вы все против меня одного. Только я лечу на вышку, и вы должны меня все замочить. Будет интересно, когда я против семерых монстров Хендерсона. Можете любых брать монстров Хендерсона, кроме свинки Пепе. Монстры Хендерсона? Окей. Ну че, ребята, я один против семерых. Посмотрим, сколько времени я продержусь. Так, наблюдаем. We run away за Димасом. Дадим так, один люлей, уже поднимается. Нельзя, нельзя люлей давать. Ля-ля-ля, дам я люлей Димасу. Зацепляйся. Зацепляйся, зацепляйся это за эту лестницу говняную. Получится. Да ну блин, да ну подождите, дайте пройти. Да блин, я так хотел там побыть, вы мне не даете пройти, я же запереживал. А я бегу по лабиринту от пацанчиков. Ля-л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 я. Нет, 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 пацаны, это так не работает. Я буду выживать до посинения.
Так, лезем опять на вышку. Все-таки мне удалось каким-то образом, чудом, от них сбежать. Ну, и все получается по красоте. Че, ты ж мне ударить на лестнице не можешь. Я использую баг. Как вы меня ударите? Никак. Уверен? Да. Нате, поддыхал. А че ты не улетаешь? Да как? Да ну как? Я ему на голову встал и убил тебя. Ну чё, последняя битва. Все монстры Хендерсона, каждый сам за себя. Ну чё, Серега? Давай, я тебя сейчас буду мочить. О! Давай, иди сюда, иди сюда. Уже одного завалил. Серега, ты сильно наигранный? Да, я профи. Давай, иди сюда, иди. Слышь, да? Слышь? Да ну вас в жопу. Ой, как красиво, Серега. Вслепую, драка вслепую, Дима. Не-не-не-не-не, я вслепую не хочу. Да давай, беги. Слышь, из-за твоих этих штук у меня аж этот дрожит весь экран. Так это артиллерия же. Нельзя быть артиллерией. Шо ты? Так. Не, я в дымовуху не пойду, сильно стрёмно. Кто проиграл, не участвует. Посмотрим, кто останется последний. Отлично. Серега, надеюсь, мы с тобой вдвоем останемся. Я уже давно умер. А, тогда я буду сейчас следить, как я убиваю других. А, ну иди сюда. Да ну, Ванёк, ну что ты мочишь? Так, кто у нас остался? Кто же самый сильный монстр Хендерсон? Наблюдаем. Так, просто канал, вроде мы замочили его, или нет? А я замочил его, Ой-ой-ой. Так, ребята, покажу, как правильно вообще делать взрывы. И закидываем ракету, и она сейчас в воздухе полетит. Да, ой-ой-ой. Правильно ты, Димка, делаешь. Я все правильно делаю, я профессиональный взрывальщик. Хорошо, есть вот такая бомба у нас. И мы ее вот так берем и в лабиринт запускаем. Ты наверх, Дима. Дима, ты наверх посмотри, что там. Fucking shit! Ой-ой-ой. Серега, ты че, псих? И нет, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.